Сегодня 18 апреля. Вот такие выросли огурцы. Семеро козлят, семена Алтая. Вот он. То есть дал уже четвертый лист. Раз, два, три, четыре. 300-литровые стаканчики. Корешка. 31 марта сажала, значит, это получается рассада через 18 дней. Корни вон уже оплели практически дно. Вытянутые, понимаю, но растут сами по себе под лампой. И вот корешка, огурец. То, что я говорила, Герман. Вот он, Герман. Все-таки он зашел. Анушка, она пересохла. Так, Герман. Вон он, Герман. Я его полила, он был пересохший. Сегодня я купила в Кировске еще вот такую красоту. Грозовое небо. Сколько вот? Вот, пожалуйста, за сколько продают? 250 рублей. Но так как мне надо, нужен этот сорт, я хочу его. Петунья грозов. Ломала, что ли? Все равно надо ломать. Да, обломила цветочек вот такой. Там астра на заднем плане. Петунья грозовая ночь. Так она называется. Я уже взяла с нее два черенка. Может быть, стоит и может быть получится ее откупить. Так, вот они. И еще у меня домовена Кузя. Я сажала огурец 7 апреля. Вот он в таком состоянии. Это не семена Алтая, не семена. Ну, тоже вытянули все, потому что на произвол судьбы оставлены были. А это у нас кто? Тоже домовёна Кузя. В общем, надо будет как-то заглубить, пересадить. И дать им получше условия. А так вот эти красавчики на первый урожай ранний. Вот, надеюсь, я высажу в теплицу. Вот так.